Бесследно ли исчезнут лепестки, душистые розы на навозной куче? Вода, пролитая на знойные пески, не возвратится ли очищенной из тучи? Так смех и слезы, радость и страдания облагораживают или обозляют. Пленяют нас, обкладывают данью, дорогу горную калмыцкими узлами. Но запах благовония и вони, коснувшись распахнутых ноздрей, напомнит о тюрьме, о бывшей воле, ослепнуть можешь или же прозреть. Вода крещения. О, где она теперь? Ушла, испарилась ли бесследно? Но в судный день она откроет дверь, и станешь пакли или Христа наследник. Известия, картинки чьей-то жизни меня подталкивают, пробуждая совесть. Гримаса раскаяния вдруг брызнет, и слезы, драгоценнейшие гости. Мы, уходящие, не бывшими зовемся, при жизни неизвестные и ближним. И память наших дел сотрется вовсе, иной червяк засох на полке книжной. Так неужели наши мысли, дела развеются бесследно навсегда? Хотя бы мы так иногда хотели, но вслед идущим имя рек на наше оседать. Восхвалим будущее тех, кто не молчал, провозглашал Христово благовестие. Им разу часто царскую ризу, часто царского плеча, в знак благодарности спасенные повесят. Ни атом, ни молекула не сгинут, отобразятся в ком-то, но когда и как. В забвении не слеют эти спины, на коих крест, как и Иеговы знак, 30 июля 2004 года.